Мир так устроен, жизнь бежит и ставит сложные задачи, а мы минуем рубежи, еще на опыт стал богаче. И даты круглые, увы, нас настигают, как лавина. Дела сегодня таковы, 30-летие у сына. Что означает 30 лет для молодого человека? А это жизненный рассвет, где море планов, шансов реки, где ты уже не тот пацан, лет 20 был назад которым. Из юнги вырос капитан, усвоив четко жизни школу. С 30-летием, сынов, тебе желаем оптимизма, чтобы с уверенностью мог вести корабль своей жизни, чтобы рука была тверда во время шторма и ненастья. Запомни, горе не беда, за ним всегда приходит счастье. Желаем в поисках себя добиться скорого успеха. Любимым будь, живи, любя, и стань счастливым человеком.